Ладно, ждем еще одну. Да нафиг ждать. Noch diesen ersten Wind, diesen ersten Zug am Segel. Ohne Kurs und Ziel, nur die Fahrt im Sinn, stürmen wir die weite See. Привет, как тебе Киберпанк, Киану Ривз? Я вообще в восторге был. Было классно. Мне очень понравилось. Wir zogen aus, keiner wagte zu hoffen. Auf Да вообще офигенно они сделали. Я не ожидал такого вообще никак. Так, ну что нам с игрой-то делать? Давайте попробуем заново заходить. Так, удалить. Добавить захват. Игры. Ни хрена не включается, прикиньте. Что за дичь такая? Ну ладно. Допустим, другой захват. Захват окна. Ну окна я захватил как бы. Но это совсем не то же самое. Очень странно, почему игра не захватывается. Это тебе Twitch говорит, транслируй WoW. Да не, Клеймыч. Нафиг этот WoW, реально. Warcraft 10 раз, 100 раз интереснее на данный момент, чем Warcraft. В WoW тупо качать персонажей и все. Ну какие-то самому себе челленджи делать непонятные, типа сделай ту ачивку, сделай эту. Как тебе конец года хвали? Нет, мы не допрошли. Ну блин. А если ты уже одетый, смысл еще одеваться в Варкрафте? Нет, я не предзаказывал еще Киберпанк. Я коплю на видеокарту, какие предзаказы? Успею еще за год заказать, если еще стримить буду к тому времени. Хотя даже если не буду, я ее пройду, наверное. Грей, здравствуй. Че за ютубы там скиды? А, СР, в смысле, понятно. Все. Сейчас немного накопится ваших песенок и включим. Ну что, по одной не включать. Ты менял чего-нибудь? Я менял 5000 битрей просто, как ты просил. РБГ ключи есть, просто БГ. Да блин, мы вон ходили на БГ. 10 минут ждали это БГ. Не, ну, это контент хороший, РБГ, БГ ключи, это классно. РБГ ты хрен найдешь. Вообще, я запарился его искать. Мы за Альянс, вот вчера, или позавчера сидели. Па-па-па. Я сейчас никакие предзаказы не буду делать. Мне осталось 10 тысяч до видеокарты, представляете? Какой сейчас предзаказ? Не-не. Привет, Зоя! Вечер добрый, Никитос! Всем, ребят, здравствуйте, с праздником вас! Днем этой самой. Битвы за... за эту самую, ну как это? Ну вы поняли. Ну, за идеал его. Так, вашу музычку сейчас включу. А кто тебе 100 тонн-то скинул? Да нет, мы же не TI будем в итоге брать, а обычную 2080. Ее за 55 можно взять. Трейсер, приветствую. Sagt mir, was zu beweinen ist. War mein Leben so grau und trist. Denk ich nach, so ist ein
selbst gewiss. Ihr sollt nicht fahren. Ну, 1060, ой, 1660, она типа как 10, как 1070, наверное, вроде как. Только на новой архитектуре, что, собственно, лучше. Чисто для игр, я думаю, неплохая видеокарта. Классно, классно, не то, что неплохая, а хорошая. Просто со стримами она не будет дружить. А я вот вспомнил, что у меня есть Destiny 2 по акции была приобретена. Сижу, залипаю, игра красивая. Да, она классная, вот пройти через компашку там. Компания охрененная там вообще. Так, ну тут пока одна песня только ваша заказана, так что будем ждать. Быстренько сейчас сходим по квестам ежедневным. Может быть, даже получится сегодня точнуть, попытаться пробудить снова пояс. Пятый раз или который? У меня уже есть серьга первой эпохи и кольцо первой эпохи. Надо их уже переводить в следующий, но мне вообще не везет. У меня кольцо уже несколько раз сфейлилось. Три, что ли, раз или четыре. Тупо не хочет апаться дальше. О, негативище, здорово. Признали пробив PvP профит. Не для игры против 80-90 игроков с 10 кадров. Я видел видео Полтоса. Если он видео сделал... Во-первых, оно неправильное там. Начнем с того, что оно неправильно тестирует. Ну, то есть... Неправильно, абсолютно там просчеты идут. Понимаешь? Сейчас я тебе объясню, и ты поймешь почему. Хотя я там в комментариях написал все подробно. Но в любом случае прогресс. Та-та-дам. Прогресс. Хоть что-то признали там. Короче, объясняю по поводу пробива. Смотри, как так попроще бы объяснить. Во-первых, 10к пробива, которые рассчитывали на видео, это тупо статичный пробой. Вот, допустим, 10к, это вот просто сколько у тебя есть пробоя. Не берется в расчет то, что у тебя настакивается с руны 500 пробоя, во-первых. То есть, вот руна есть, которая каждый раз, когда вы атакуете критический удар в ближнем бою, дальнем бою, заклинание... Шанс крит... А, подождите, где этот? Не шанс крит... Есть же на пробой руна. Не на пробой. Ну, короче, неважно. Суть в чем, ты видел там в тесте простые удары были? Чтобы совсем понять. Во-первых, с увеличением, вот он говорит, типа, чем больше защиты, брони там и так далее. Смотри, возьмем персонажа 15 тысяч ГС, например. Ну, вот топ 100 возьмем людей, да? Допустим. У них эти сеты... как они это сеты? Ну, как они там? Которые сейчас пробудились-то новые. Короче, у них по 12-13 тысяч критическому устоя защиты, а то и больше. Чем выше защита от крит устоя, то есть чем лучше человек одет, то есть чем цель более крутая, то есть вот деремся на топчики, дерутся, например, да, тем более профитный будет пробив, потому что у цели очень много защиты от крита. И если ты стреляешь по бомжу, у которого мало защиты от крита, твой крит будет профитный. А по человеку, у которого дохрена защиты от крита, пробой будет еще профитнее. Потому что он, во-первых, защита от крита отнимет у тебя шанс крита, что в промежутке за определенное количество времени снизит количество тех критов, на которые у тебя буст. То есть ты не будешь бить силой крита, ты будешь обычными ударами бить. А обычные удары с пробоем наносили в каждом тесте по 200 единиц больше. То есть, понимаешь, при увеличении гирскора персонажа пробой также геометрически возрастает, профитность от пробоя. Потому что простые удары бьют больше, а шанс крита становится меньше по персонажу. Я не знаю, как объяснить, короче. Это надо тестировать было не просто удар критом, сколько наносит, а сколько за промежуток времени наносится дэмиджа по целям. Не знаю, я правильно объяснил? Ну, в смысле, доступно я объяснил или нет? Вроде очень доступно, и это не все еще. Также есть важный нюанс такой, что
Из-за того, что тебе не надо бустить везде этот крит, ты можешь приспокойненько себе везде, в костюме, в труселях, в дополнительных пушках, тупо поставить базу. То есть базу... Да что такое-то, блядь? Что это такое вообще? Попахнули что ли, блин? Столько мобов насобирали, блин. Да, крит рандомный, а пробой... Penetration, он стабильный, он на любой урон работает, то есть и на крит, и не на крит, и сколько защиты у цели крита, тоже похеру ему, ну то есть... О, Император Айс или Рик ТВ, приветствую вас, друзья! Сегодня Тёмыч купил игру Таверна Красный Дракон, скоро он приезжает, уже завтра, сегодня ночью получается, утром, да? И мы будем на днях играть, ребята, в настольную игру. Таверна Красный Дракон. Если получится, то мы застримим это дело. Если нет, то ну нет. Может, какие-нибудь фотки выложим. Здоров, увидел пост ВК и залетел к тебе. Да, красавчик. Не зря, значит, я там посты делаю, да? Я, похоже, начинаю понимать, почему люди бомбили на запуске. Но пока игра интересна. Уже сделал предзаказ в Стиме. Нормально. А что не бьем-то? Бейте. Ну, квест засчитался. Короче, я не знаю, ты здесь еще негатив или нет? Я вроде объяснил логично, если нет, или какие-то у тебя... Ой! Дорогой зритель, я тебе спектакль волшебный покажу! 23 месяца. Я насобирал баблишко. Теперь неделю не курить. Наконец, 23 месяца. Жесть, Дранич, нифига себе, вот этот человечище, преданный постоялец наш таверны. Дранич, очень приятно, что ты остаешься с нами, уже 23 месяца, ребята, он с нами. Один из нас. Да он, можно сказать, ветеран нашей таверны. Избранный, во, не побоюсь этого слова. Ребят, кружечки за Дранича в чат, пожалуйста, если есть кто-то из сабов. Сейчас сам поставлю, вот тебе побольше, смотри сколько. Народ, что по танкам в Архейдж сейчас? В смысле, как кимбилдом играть? Танк, все то же самое осталось. Все то же самое. Тактик. Очень тащит сейчас, кстати, особенно. Тактик хорош. Блин, борода у тебя крутая. Мне б такое. Где она крутая? Бомжа борода просто. Растет и все. Друзья, как у вас дела, расскажите? Тёмыч, ты уже в самолете или где там? А, ты пока, наверное, в Москве еще, да? Бородонья. Другие танки вымерли, что? А что были другие танки, кроме тактиков? Совет. Если будешь стримить на столку, то поставь штатив сбоку от стола. Я уже просто не раз видел, как снимают на столке. В смысле, вот, типа, вот здесь вот, чтобы он туда снимал. Да мы по-красивому все сделаем. Что-то прям... О, это если получится комп на кухню перенести в зал, где мы там будем. Тёмыч у нас будет спать в опочивальне стримерства просто. В этой комнате стрима. В моем рабочем кабинете. Ам, ТНД сыграешь? Нет, таверна Красный Дракон мы будем играть. Это такая настолка. Ну такая полегче, чем ДНД. ДНД это слишком сложные игры, как бы. А что, я куда-то не туда улетел или что такое? Иди к мамонту. Я не знаю, когда. Не знаю, когда. Либо в четверг вечером. Либо... Ну, во вторник вряд ли вечером будем прямо сразу. Ну, может, и во вторник. Не знаю, посмотрим. Когда будет, тогда будет. Не хочу говорить ничего там прям. Точно так. Вы заказывайте лучше музыку. Плейлистик набивайте, а то я даже включить ваш треки не могу. Нет, нет. Не факт, что завтра вечером. Но если получится, то завтра. Я просто хотел бы еще Мишту позвать. Мишту же тоже с Челябинска у нас. Он там, мы с ним уже встречались, в принципе. Было бы неплохо, если бы вот он пришел там. Тёмыч, кстати, приедет. Челябинске.
Да ё-моё, опять я на этого слона не успеваю. А чё, так кто-то не пришел? А, он не наш? Два раза не буду повторять. Чего? В смысле, про чё? Про что вы, уважаемый гость? Я два раза повторять не буду. В смысле, ты написал Бородони. Привет. Дорогой мне зритель, я тебе спектакль волшебный покажу. Никитос оформляет первого уровня подписку. Становится одним из нас. Ребят, сейчас будет посвящение. Давно у нас этого не было. Так. Сейчас все будет, друзья. Итак. Друг мой. Я рад, что ты стал одним из нас. Я вручаю тебе этот фонарик, который из любой тьмы выведет тебя к свету нашей славной таверны. Храни его, со временем он будет становиться только сильнее. Выпьем за нашего нового друга. Брата даже, я не побоюсь того слова. Спасибо огромное. Ну, чтоб руки не дрожали. Гута, про что ты? Я все твои комменты прочитал. Ничего не понял. Про что ты не будешь два раза повторять? Сколько у нас свитков? 43. Нам надо еще 70 свитков. А, у нас все. Мы сегодня будем пытаться наконец-таки эти... поезд этот пробудить, блин. Интересно, а когда новый движок у игры будет? Да слушай, жду не дождусь вообще. Это одно из вообще самых моих ожидаемых вещей. Мы сейчас сходим по ежедневочкам. А после этого сразу же мигом на арену. Мы сегодня, представляете, с людьми 10 КГС прошли. Два мага было, и я лучником, то есть мистицизмом. Прошли арену эту, но как она, новая, которая, порт, ну, вот это вот, порт Аргента. Представляете, помните, ходили с чуваками 13к с миличниками, не могли пройти-то когда, 30-ю волну. А тут прошли 10 ЕГС-ными ребятами, 35-ю. Блин, какие треки классные. О, все, нифига себе вы треков накидали. Ставим ее на паузу. Гуд, да что такое-то, я не пойму. Я, говорит, два раза повторять не буду. Я все прочитал, что ты писал вообще. Ничего не было от тебя сообщения. Вот, привет, Бородони. Ничего больше. А, негатив, говорит, я все понимаю. Играл луком 5 лет. Мне просто интересно было увидеть когда-то хоть одно вменяемое видео с такими тестами. Ой, громко! Блин, что такое? Нифига себе орёт, да? Чуть с ума не сошли. Негатив, ты еще есть и здесь, я тебе... пример такой же хочу привести, вот. Мне просто нравится, что люди сами как бы хейтят меня, да, какое-то время. Хейтят, типа там троллят все эти... Их подписчики меня троллят, потому что безмозглые дауны, как бы, большинство. Не все, конечно, есть отличные люди. Вот, и... А потом эти ребята выпускают видео, типа, блин, а реально, а ведь так же. Так же и было, офигеть, ничего себе. Но... никто уже потом не берет свои слова обратно, там, не извиняется, не что-то еще. Я тут с другом посрался из-за Шера, кем он играет, вот, в смысле... Из Шера, кем он играет? В смысле, из Шера. Куда мы идем? Что так долго-то? Можно в Дискорд зайти, но там ребята разговаривают, мало ли что. Хотя можно и зайти.
А, тут, короче, баг был. У людей пропали вещи во время того, тех работы, когда были по 2 дня практически, на сутки с чем-то. Кто в игру успел зайти, там серваки были рабочие где-то минут 20. Я тоже зашел в это время. И люди, которые открывали предметы, там распаковывали всякие шмотки там, и так далее, у них они пропадали. Им сказали, ни хрена не восстановят, короче, Mail.ru. Я в шоке. Сами накосячили, короче, и не восстанавливают предметы. Я вообще охренел. Это край дебилизма. Из ютубера не люблю, когда мне втирают дичь. Нет, я знаю, кто такой Шер, как бы. Типа, да там все на ютубе почему-то архей стримят. А чё они втирали-то? Про что вообще? В чем суть-то? Ну вот сейчас они как бы сказали, что ой, блин, Амоня с дуалами, все потроллили меня, что я с пробоем. А потом сняли видео, вот пока Полтос видео не снял, почему-то все троллили меня. Это ж такой дебилизм, бегать с пробоем, ну ты даун, придурок и так далее. А потом, ой, блин, а пробой профит не оказался, что за фигня такая. Ладно, забудем про это, на самом деле это пофиг. Мне, по сути, вообще параллельно, кто там что делает. Я играю сам как хочу, и даже если это не профитно, я изначально хотел просто проверить это, и все. Вот. Оказалось профитно, ну то есть мои догадки и расчеты оказались правильными, это хорошо. Так самое-то интересное, что по поводу тактички, над которой мы все ржем, смеемся там, из-за которой меня уже вот тут вот сидит, шутки про тактичку, это такой бред уже, баян как бы, не смешной. Шутка, повторен дважды, становится тупостью. Вот, так она... Вот у меня было ее 4500. 4500 тактички в то время, когда я играл еще с ней, отнимали у цели 22% уклонения, столько же почти блока и парирования. Так, при том, что в то время... Вот смотрите, сколько у меня уклона сейчас. Где тут уклон? Защита, уклонение где? Не понял. А, на глайдере. Уклонение 33%. В то время это был практически максимум. То есть не было персонажей с уклоном под 60-50-40%. Ну, самый загиренный, у них 40% было. Понимаете? То есть на меня бежал милик, у него было 30% уклонения. 30% парирования, там, я не знаю. Еще и, ну, типа того. Я ему резал 22% уклонения. Неужели это было плохо? 22% это практически оставляло ему 10% шанса уклониться. Это очень мало. То есть это тупо почти нисколько. То есть если мы делаем 10% у цели уклонения, это значит, что из 10 выстрелов я в него 9 попадаю. Если же у цели уклонения 33% 30, то это значит, что попадает только 3 выстрела. Из 10, вы понимаете разницу? То есть 4000 тактички давало увеличение дэмиджа почти, блин, в 3-4 раза. По факту. Я сделал тест, на котором записал то, что цель умирала на 30% быстрее с тактикой в лицо, когда стреляли, а лучник на арене всегда в лицо стреляет, потому что за ним бегут. Но это видео тоже почему-то всем пофигу было. С равными там тестировали с лучником, у которого крит. Тактичка все равно говно, непонятно почему только. Ну и как, скажите мне, нужно объяснить людям факт? Просто факт, который, ну, бескомпромиссно, хоть как факт. Его нет смысла опровергать. Не знаю, тупизм. То есть и людям все равно плевать. Им кто-то сказал, они говорят, что так и есть. Я им говорю, вот видео, это прямое доказательство. Нет! Полтос сказал, что ты дебил! Ха-ха! Окей, ладно. Нет, смотри. 33%... Когда у человека уклонение, из 10 стрел ты попадаешь 3 стрелы только. Ой, 33% уклонения, да, ты 3 стрелы только попадаешь из 10. Потому что это 30% от 100. То есть 1/3. Ты 3 стрелы из 10 будешь попадать примерно. Ну не 3, ладно. 4 где-то. То же самое, что шанс крита 30%. Ты будешь критовать.
это то же самое, как говорить, что игры, как потому что кто-то так сказал, и ты в нее сам не играл. А, ну да, что игры говно и так далее, да? Это камень в мой огород про Days Gone, что ли? Или про что? Так, сейчас. Uncle, 37. Нет, там по-другому как-то получается, по таблице, которая... По-другому получается по таблице. Не так, не 7 выстрелов из 10. Сейчас я одуплю, как это объяснить. Нет, 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 не 7 там выстрелов. Да я понял, почему так вам кажется. Ну, то есть, оно типа так и есть, 37. Только там при... не так рассчитывается. Блин, как же там? Я уже сам не помню, что мы там высчитывали. Ой, так. Может, есть иные факторы, которые влияют, кроме... А, да, вот, спасибо, что сказал. Иные факторы, парирование, вот. Кроме цели, у него парирование 33% и уклонение 33%. Дает 66%, что вот, 3 стрелы, 4 попадаешь. Все. И... Блин, сижу, думаю, что за херня реально? Почему такие расчеты не сходятся? Да, песня «Огонь», Климич. Ребят, это вы песни заказываете сейчас. Сталинс, Грандма, спасибо. Че? Кто? Что у меня где? А что у тебя на пузяке? Не понял. Что это значит? Ничего нет, вроде. Максимум пятно от кетчупа, не знаю. Добрый вечер. Барон из ЦРУ, мое почтение. С днем битвы за идеалы. Вы когда-нибудь сражались за свои идеалы, друзья? О, какой трек у нас. Сейчас пройдем ежедневочки. Переведем в Т4 пояс. А, это кружка была. Ну, кружка, ладно, ей можно там быть. Сегодня весь день провел в этом. 30-35, 65, 20-45. Почему минус 20? Минус 40. Потому что 20 от парирования отнимает, 22%. И 22% от уклонения. Дранич, ты только от одного из параметров защитных отнимаешь. Там либо от блока отнимаешь, либо от парирования. Короче, суть в том, что по цели ты бьешь в итоге значительно чаще, и из-за этого у тебя дэмидж увеличен, хоть и не криты меньше у тебя, но по факту ты попадаешь значительно чаще. То есть, либо ты 4 раза из 10 попадаешь, либо 1... Либо 8, там, 9 раз, понимаете? Ну, это в 2 раза практически дэмидж. Ну, там чуть-чуть округлить, и на 30% получилось, что быстрее убиваешь по тестам. На тестах мы тестировали. Был лучник с фулл криты забитый. Ну, то есть, и одинаковую атаку мы сделали, шанс крита, там, все остальное. И был лучник вот с тактичкой. И на 30% мы по времени засекали, то есть я же таймлайн сделал, то есть все там по секунду. А вы что, не помните этого видео, что ли, я выкладывал? Блин, найти его, что ли? Да я его сейчас найду, реально буду смотреть. Хоть старый видос вы посмотри, какой я там был, я уже не помню даже. Па-пам-пам. Воу-воу-воу-воу. Ну-ка, по-хорошему хлопайте в ладоши. На час. Бонжур! Хорошее настроение сегодня. У вас как день прошел? Повезло. Ко все вместе. Хорошему хлопайте в ладоши. Ничего на свете.
вместе лучше нет. Блин, какая песня огонь вообще? Гроза, ураганчик. У нас тоже сегодня гроза, кстати. Дороги. Диссертацию защитил? Блин, красавчик. Красавчик, реально, ребят. Давайте. Это очень круто, защитить диссертацию. Это важный шаг в жизни личности. Яна. А, Алюська заглядывает. Люська? Какая Люська? Куда заглядывает? Про кого? Про кого ты? Жить одной судьбою. Блин, вообще огнищенное настроение. Мне эта песня прям подняла его на космический уровень просто. Жалко, что я сегодня за весь день так и не научился создавать анимации какие-то в After Effects. Весь день просидел, ни хрена не научился. Но не нашел нужного урока там и так далее, то, что мне надо. Всякого там посмотрел, конечно, познакомился с интерфейсом. Похоже, придется мне самому себе ролики делать, пилить. Так, сдаем костики. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас видео поищу это. Про пробой тактичку. Ой, пробой тактичку. Ну, да, сдаем квест. А, все, это последний квест же, лол. Сорок девять свитков. Да ну нафиг. Так, сейчас на ютубе посмотрю. Мне кажется, оно вообще какое-нибудь заблокировано давно. Так. Арчиага. А, вот, 4000 тактички против 205% силы крита. Но тогда это максимум было. Вот. Всего 3 минуты без лишней воды. Вот, сейчас посмотрим. Топ-видос. А куда мы прилетели? Дерево еще кому-то, что ли, надо? Дерево пробуем. А мы что, его не сделали, что ли? А. Мы же убили дерево, не пойму, зачем еще раз. Ё-моё, нихера себе тут ворвался. Лол. Ладно, посмотрим пока ролик. Как только сделать, сейчас посмотрим. Поудобнее-то. Супер ролик. О, у меня тут интро, кстати, который я также сам делал. Ну-ка. Сейчас захватывается. Вам сейчас видно что-нибудь? Вот сейчас видно ролик? Тюнь, старенькое мое интро. Прикольно, кстати. Ну тут же все логично вообще будет. Друзья, всем доброго. Ой, какой у меня голос стрёмный. Приятного просмотра. Сегодня, как я и обещал, мы рассмотрим тему тактической подготовки. И ладно, то, проматываем. Сколько она на крит можете посмотреть. У него 205 и больше крита вдали. Показатель атаки и шанс крита к одному показателю 1115 атаки и 41% крита. Проводили, у нас все одинаково. Персонажи в робе, но с обороной, защитой и очень сильной как бы тактики. Его вы тоже можете посмотреть в рейтинге как арена, так и шмота. На Луции. Приятного просмотра. Я думаю, вы приятно удивитесь. Результат. Вообще голос стрёмный. Гораздо лучше дикция сейчас, мне кажется. То есть в чем суть? Здесь абсолютно одинаково. Вот одна и та же цель. Юзает вот все, что на арене цель юзает. То есть защиту, глухую оборону. То есть вот все, что юзает, реально цель с максимальной защищенностью. Да? Ну то есть
Не так, как вот просто кукла или манекен, как реально тесты люди проводят. Такой идиотизм. Он стоит спиной, там ты его стреляешь и так далее. А тут все как в нормальных боевых условиях. То есть цель не будет просто стоять. Она будет защитные скиллы кастовать, которые у нее есть и так далее. То есть парирование там. Ну, то есть все, что надо, не знаю. И мы просто бьем при абсолютно равных показателях всего вообще. Только единственная разница. У него гравировки на крит силу, у меня гравировки на тактичку. Все. Больше никакой разницы. Несколько тестов было, не один. Мы 4, 5, 6 тестов делали. Всегда при одинаковом раскладе у нас выходило, что... Блин, ну как вот... Как можно при вот... Тебе дают очевидный тест. Как ты можешь не верить, что она лучше? Вот смотрите разницу, сколько секунд. Ему еще повезло, смотрите, на щит неуязвимости вылетел. Телом закрыл вторые цифры. Ах, это тело, ах, это тело. У него не вылетает щит неуязвимости. Прошу обратить внимание, что щит неуязвимости висит 3 секунды. То есть я не мог бить 3 секунды еще. Ну, то есть цель была неуязвима к урону 3 секунды. У врага, ну, то есть у оппонента, который с критом, у него щит не вылетел на неуязвимость. То есть 35 минус 3 секунды еще надо сделать. То есть 32 секунды против... Он еще жив. Все, то есть... Что там? 43, 233... И 33. А, и 32 даже. Понимаете разницу? Это 10%. Ой, сколько 10? 30% разницы в ДПС была. Хотя у нас абсолютно идентичны все параметры. Мы и так делали несколько тестов. То есть не один. Даже 45 он не добил тогда еще цель. Еще важный момент в том, что из-за тактички, которая у тебя стоит, ты... Стрелой, от, ну, допустим, блиц, чтобы навешать, по блиду у тебя больше петарда бьет. По яду у тебя пулемет на 34% больше бил. Все эти параметры складываются в общий ДПМ метр, то есть damage per minutes. Ну, то есть, если ты мажешь ядом, то твой следующий пулемет в течение 6 секунд будет меньше дамажить на 34%. Если ты мажешь блидом, твои петарды на 30% меньше бьет, то есть самый бурстовый скилл. И посмотрите, это все складывается в итоге в показатель нанесенного урона. Еще 10 секунд, смотрите разница. То есть у него 41 почти секунда, у меня 29, ну 30. То есть 11 секунд разница. Тоже это 30%. Как можно отрицать очевидное, вы мне скажите? Мы тестировали на всех целях, не только на одном, если кто-то думает. То есть цели были взяты всякие разные. Просто смысл в видео все пихать, что ли? Какой толк от этого? Видео должно быть коротким, информативным. Вот 3 минуты без всяких лишних слов, все показано и все. Тут вообще... Самый, наверное, эпичный, долгий этот. Ну вот, 43. Все разы у него за 40, короче. У него единственный хороший заход был 30%. Да, лучник это состояние души, ребят. Ну вот, о чем разговор может быть, если даже при том, что людям дается полное доказательство всего, чего можно, все равно тебя считают дебилом, если кто-то сказал. Блин, вебка это работает, да, все сработало. Ну вы понимаете, как это может быть? Я нет, я не понимаю. Так, крест у нас зато кончился, отлично. Отлично, полежали. Ну что, пора на арену, что ли? 107. Да, пофигу. Там и... Да, блин, пофигу на лайки, дизлайки. Суть вообще не в этом. Суть в том, что... Людям объективно доказано со всеми правдивыми, правильными показателями. А это вообще пофигу. Ну, то есть это вообще не играет роли почему-то. Так, ладно, гол на арену. Да как и сейчас тоже. Пробой говно. Экипировка 2К. Мы на 6-м месте. Похер вообще. Чё там рассказываете, что пробой говно, что следопыты стрёмные, шляпа там, не знаю. Окей, окей. Так, ну чё, поехали. Надо бы только барабан, наверное, бафнуть.
Даже бичурак съедим самую стрёмную еду. Блин, а она классная, кстати. 27 урона просто так, считайте. Объем здоровья, опять же, увеличивается. О, дайте-ка мы еще с вами включим музыку. Как вам такое? Вашу же музычку продолжим. Давай качай, музон! Качай давай! Ой, ё-моё. Та-ра-ра-пам-па-пам. Непопулярные стрёмные... Нет, говорят стрёмные. Именно, говно лучники говорят. Неиграбельные, вот так тебе скажу. Если ты крутой чувак или чувиха, поставь огненную козу в чат. А я сделаю погромче тогда, вот так вот. Свиток, 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 стой, 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 стой. Где он, где? Где свиток, ребят? Кто его видит? Книжка такая желтая. Книга желтая. Вот она. У меня мышка не работает, я не могу наводить вообще. Я заказал себе мышку, надеюсь, скоро придет. Как хорошо, что я этого не слышал. Всем добрый вечер, ребят, кто приходит. Пэм, 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 пэм. Пэм, 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 пэм. Пэм, пэм, пэм. Чё заказал? Мышку, мышку заказал. Гуд, а про что ты говорил? Я два раза не повторяю, не повторяю. Доброго вечера всем! Айсловим, приветствуйте! С днем битвы за идеал! Давайте рассказывайте, ребят, потрясающие истории, невероятные, про то, как вы когда-нибудь в жизни, как вам в коммунити, были ли у вас такие истории, точнее, когда вам приходилось сражаться, отстаивать свои заявления или что-то такое вот. Наконец мое музло заиграло, я развернулся. Да как он меня находит-то постоянно? О, хп, блин, залпом. Промах, да запарило. Да запарили меня эти промахи. Я вообще этот скилл мажет всегда, вообще всегда мажет. Это дичь какая-то, а не скилл. Его надо реально убирать из игры. Чё за мышка он? М2 гигабайт Аурус. Как он меня находит, мне лучше скажите. Да стрёмная мышка. Просто у него кнопка слева, слава богу. Ой, справа, ну, типа для... Я ж левша. Вот, можно посмеяться. Twitch забанил несколько стримеров за то, что они сказали слово. Razer Naga, у меня микрофон такой. Чё? Да как ты находишь-то меня? Ну это читерство! Я не верю в это, ребят, ну это бред. Три раунда, у меня все три раунда нашел. Или стрим снайпер, я не знаю. Наверное. Да я хз, ну как так три раза меня нашел просто? Бред. У меня просто уже мышка вообще сенс потеряла, не поворачивается. Я не могу вовремя повернуть мышку. Навести на нужную эту не могу. Вон, видите? Вообще сейчас не работает. Все, короче, ханай. Вообще. Да я понял, как это созвучно. У меня Зови за 12. Супер кайфовая. У нее тоже и под левшу кнопки, и под правшу. О, классно. Блин, надо было тебя спрашивать, когда мышку я выбирал. А что это? Сколько она стоит? Я-то всего за 1400 взял. Ну, а... Не, не надо было. Хорошо, что я не спросил тебя. Я не думаю, что мышка нужна такая. Мне. Просто они играли в WoW. А, я видел, да, я слышал этот прикол, точно.
Я, мне рассказали уже про это. Да, да. Но это бред полный вообще. Да, да, да. Да это уже маразм. Попахивает маразмом, я считаю, просто. Слишком дебилизм происходит. Как забанили девушку, которая косплеила, перекрасилась, типа, в такой темный цвет. Персонажа из Overwatch. Ее забанили, типа, по просьбам, типа, из-за того, что она вот не должна краситься в темный цвет, она же белая. Такой бред вообще. Че за вообще девиз вообще? Осуждаю. Fucking crazy вообще. Не, ну мы тут уже не догоним, конечно, никак, ребят. Блин, слетать что ли мне туда? А что мне там делать? Ночной разлом сейчас будет. Полетели. А, из Апекса. Да. Ну так какая разница, она же косплеила, в том-то и суть, что типа какая разница, она же просто хотела побыть игровым персонажем, ни больше, ни меньше, то есть она не оскорбляла никого, то есть ничего никому не доказывала, просто хотела сделать косплей. А, точно, нам сюда же надо было, офигенно вовремя прилетели, мы же хотим пробудить пояс. Сейчас топ-момент будет. Быстрее экшен организуй. Да нет арены, я вон на сборе стою, видишь. Я стараюсь. Так, что у нас там? Нету арены, говорит. Придется тебе еще песню заказывать. God of War один стрим нам остался, мы не допрошли, блин. У нас уже финалочка. Но сегодня очень какие-то лаги были непонятные. Гуд на неделю уехал там в другое место, и там плойка, там плохой интернет, из-за этого не получается, в общем, стримить нормально. Подождем недельку, когда Гуд вернется, и добьем его. А, кстати, нам нужно придумать, что мы стримить-то будем. Завтра утром, я вообще не знаю, стрим будет, нет. Я потому что в 6 утра или в 7 встречаю Азеля. Ну, я надеюсь на понимание на ваше, что может быть сейчас нестандартное будет расписание, или вообще может не будет 3 дня стримов. Все-таки человек ко мне приезжает. Как там? Ну, может, вот мы и на столку постримим, как бы, ИРЛ. Вместе посидим. А игровые, не знаю, когда. Ну, типа, Blackface. Знаешь, ведь все американцы были расистами в начале 20 века. Вот даже были случаи, когда хотели запретить национальный праздник в Шотландии. Когда люди красили лица сажей. Жесть. Не, незваный ужин, он же у меня будет. Проживать-то эти дни. Ну да, можно и званым ужином. Короче, давайте поиск, короче. Все. Давай уже, сколько процентов? Да хрена, 40%, ребят. Давайте. 40%, давай, черт возьми. Нет, Никитич, давай, пожалуйста. Да! Да! Ха-ха! Мы это сделали! Первая шмоточка у нас появилась, Т4. А нам надо таких 4. Ух ты. Та-та-ра. Вот сейчас вот так вот, в принципе, апаешь шмот в архейже. Я считаю, очень круто. Просто нереально круто. То есть... Играй, кайфуй, ну, апгрейживай шмотки. А мать, вещи, считаю, вообще стоит носить? И что с ним делать? Не, не стоит. А как правильно прочитать ник? DSPX? Вещи, считаю, я даже не знаю, что это за вещи такие. Смотри, тебе, если ты новичок, тебе надо на 50 уровне идти вот сюда. ДЦП, блин. А, ладно, а X тогда зачем? Смотри, Сальфимар, и вот здесь рамианскую экипировку выбивать. Пока не выбьешь ее, вот то есть то, что сейчас на мне только первого грейда, просто ходи хоть в чем. Вот с 50 уровня ты там качаешься, и твоя задача там выбить
все вещи армянские вот эти вот твоего, то есть кем ты играешь, вот лайт, кожа или робот, там что-то определился, и вот эти оружия, то есть два оружия или там оружие и щит, и пушку основную, и дубку. Вот пока ты это все не выбьешь, только там сиди и все, вот выбивай всю зелень, вот то, что тебе надо. Когда ты выбьешь все нужные статы, то есть смотри, кроме... прочитай, короче, правильный подбор армянской экипировки или там просто про армянку, короче. Вот, в Сайфимаре ее фармишь с армянцев и все. И не выходишь оттуда, пока не прокачаешь ее. Я сказитель. Ну все, значит, тебе кожу надо. Качаешь кожу. Основной стат обязательно ловкость должен быть. Второй стат по-любому устойчивость к критическому урону. Третий стат сам выбирай, что тебя больше бесит. Меня вот бесит маги. Кого-то милики, то есть устойчивость к миликам, к магам. Но смотри, важный момент. Не стоит раскидываться там от магов, здесь от мили, там от луков. То есть нужно бустить одну характеристику как можно сильнее. Например, вот мои характеристики. 49,7 устойчивость к заклинаниям. То есть прям все, что можно, я закинул сюда именно против магов. Вот так. А ты выбери, что тебя больше бесит. Но по моим личным наблюдениям, не я, может быть, не прав, там нет, но вообще меня совет, нет смысла спрашивать. Но от миликов делать бессмысленно, потому что тебя милик за прокаст заберет при любом твоем раскладе вообще. Чё бы ты там не ставил шмот, тебя милик все равно заберет за прокаст. Поэтому я выбрал, ну ладно, это слишком индивидуально. Короче, лучше от мили... Блин, короче, сам решай, что делать. Есть от магов, есть от луков, есть от мили. Все. Чё бесит, то и выбери. Хочешь от луков ставить? Тоже что? Лучники сейчас более-менее популярны становятся, их должно быть много на аренке. Короче, отъебись-то. Да нет, там просто я сейчас скажу, короче, ставь то. Именно он набежит хейтеров, типа, фу, Амонин Убас, надо ставить от этого. И вообще не факт, что надо так ставить. И там вообще не факт, что это, но главное, что Амонин Убас начнется и так далее. То есть ставь, что тебя бесит больше всего самого. Так, мне чуть-чуть поезд до третьей эпохи. Надо качать. Тун-тун-тун. Блин. Сянь-зинь-зяу? Где аренда? Мы сколько будем ждать, я не понимаю вообще. Аренка. А, кстати. Нам же и на дракона надо сходить. Ё-моё. На дракон. Блин, нафиг это дракон, на арену хочу. Нахер дракона, идем на арену. Ну и на ночной сходим. Блин, какие треки офигенские просто. Скоро я вот эти серьги заменю на новые серьги дома на Ригет. И можно будет их проапгрейдить уже там до третьей эпохи, до четвертой, до мифов. Ну, короче, проапгрейдить нормально. Конечно, сложно будет, но это уже тоже супер большой плюс, то, что появляется бижа, который можно медленно, наверное, прокачивать. Это очень классно. Короче, пробую. Помните, тогда я дрался, если кто-то смотрел, с хранителем тем, который все в инвиста уходил. Вот поэтому я яд взял, пробую вместо отпрыга с ядом играть. Тем более в следующем патче вроде как яд должны покручиться. Ой, хранитель, жесть, 12700, он нас, наверное, убьет сейчас. Не люблю таких хранителей мощными. Кто их любит, хранителей? А с чего в последнее время развелось хилов так много? Сам всегда играл хилом и что-то подумал класс сменить. Не знаю. Да я без понятия, а сколько много-то? Всегда хилов нормально было. Он мне дает советов много. На-на-на-на. Блин, с такой мышкой хер победишь кого. Он юзает проворство, я пока ничего не буду юзать. Хотя или напасть. Промах! Дранич, тебе штраф. Бакус, друг мой, здравствуй. Я законы соблюдаю, чту. Знакомились с
тобой на интернете. Подумал, наконец нашел любовь свою. С тобой мечтали о душе, о туалете. Я попросил прислать мне фоточку твою. Я посмотрел на то, что ты прислала мне. И на вопрос твой, ну как тебе я милый, я написал, ты симпатичная вполне. А про себя подумал. Да что такое-то, блин? Да ты же отдох на задок, на передок и на левый бок. Что лаги, блин? Да промах опять, да сука! Да сколько можно-то вообще? Мразина этот капкан. Ну это сколько можно капканом мазать? Я уже 50 миллиардов раз им промазал. Всегда мажу этим капканом. Ребят, как так? Как так-то? Три раза за бой подряд, сука, этим капканом промахи. Ну не может быть такого. Ну, блядь, ну как так-то вообще? Ну что за дичарова? Не знаю, проси порт открыть на следующий марш. И на свидание тебя я пригласил. Быть может, нос короче, волосы подлиннее. Ну я вам. Давайте без матов песни, Дранич, ты чё там? Фу, ХП, нормально. Да! 13к почти хранитель, ты прикинь. Вы представляете вообще? Писец, говорит в чат. Писец. Ну так по матам. По матам. Вот тебе писец. Опять промазала. О, ничего себе. Тупак я корявый, блин. Мышка бесит, реально невозможно играть этой мышкой. Вообще, просто не наводится уже никуда. То есть, хочешь отскок сделать, повернуть камеру, а мышка не двигает. То есть, ты не можешь камеру повернуть нормально вот так вот быстро. Фу. Но я должен был побеждать его. Я отдал первый раунд вообще по-тупому. Три капкана промазал. Это невероятная херня, просто невероятно. Короче, музыки вашей нету, ребят. Послушаем нашу пока. Ух ты, рыбка.
Блин, ну-ка, чему я проиграл, а? Ну, блин. Я должен был выигрывать его, я вот, ну... Пой же, пой на проклятый гитаре. Я реально не могу контролить эту мушку. Мой просто не поворачивается камера, не наводится куда хочешь. Вот, видите, она не идет. Вот, я двигаю, не идет. Просто на панель не могу навести. О, опять он. Все, сейчас надо мстить, надо. Я не знал, что любовь зараза. Я не знал, что любовь чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. Блять, не заюзал глухую. Думал, заюзал глухую. О, отлично, проворство. Буду ждать до конца вообще. Может, еще глухую заюзать, такое бывает. 10 секунд. Ой, мой друг, напевай мне снова нашу прежнюю буйную рань. Пусть целует она другого. Молодая, красивая дрянь. Не гляди на ее запястье. Шоу-контент! С 5-летним стажем только спокойствие. Сейчас, сейчас, сейчас. Так чего ж мне ее ревновать? Так чего ж мне болеть, какому наша жизнь? Вот сейчас все классно. Блин, целый, это просто капец. Наша жизнь поцелуй. Спасибо тебе огромное, это просто капец. Спасибо огромнейшее тебе. 9 тысяч до видяхи, ребят, остается. Огромное спасибо тебе. Это очень дохера вообще. Особенно под песню «Кукрыниц». Только знай, пошли они нах. Не умру я, мой друг, никогда. Шикарно делаем просто. Красоту наводим на арене. Ух, какая, ладно. Блин, 2-0 просто. Это победа, я посвящаю тебе, мой барон. Ну, Кайти, ты, конечно, круто. Пишет чувак, или что он там такое написал. Короче, неважно, 13к хранитель Овнэш, 12к 200. Следопыт, блин, черт возьми. Следопыт, просто с пробоем. Барсумище, друг мой, приветствую тебя. Ох, эсцера, подкинул дров в мое хорошее настроение. Теперь я вообще воспылал просто. Давайте третий раз закрепим победку с ним. Давай, пожалуйста, хоть бы он, а. Сложно, конечно, но охота. Я тоже видюху надо менять, тоже, блин. А что, чую, Киберпанк 2077 на минималках будет? Это не он. Что у нас какой-то? А, ну только не лук, блин. С луками мы проиграем, у него еще мифов шмот. А ты без песни с Цейра, да? Ладно. Блин, луком мы проигрываем. У нас шмота нет очень. Точнее, не шмот, у нас билд против магов и миликов. С
следопыт не убивает других луков вообще ни при каком раскладе. Тем более забафанного в усмерть нахрен свитками. Надо как-то ждать, пока кончится симфония жизни. Хоть как, по-другому ничего вообще нельзя. Слишком сильный буст с проворством вместе там. У меня 500 народ, у меня 1200 минимум. 1000 там. Это без шансов как бы. Драться под такой херней без вариантов. Ну вот, собственно, вот это. Без шансов, ребят. Ну что, ну тут не выиграешь. Чувак одет лучше меня, с фулбафом. Нормальную комбу дал, как бы что. Блин, ребят, я вам объясняю, почему вы не верите мне. То есть, вы почему-то думаете, что я типа прикалываюсь или что. Нормальный лучник с казителем убивает. Он дает, тем более он находит меня первый в инвизе. Как я смогу победить? Это разные билды, блин. Ай, нахер объяснять даже. Зато он проиграет тому хранителю, которого я убил, скорее всего, понимаете? Да нет у него мощности, это у меня защиты от лука нету, блин. Ой, блядь, сложно, я вообще, как объяснять? Ничего у него такого сверхъестественного нету, есть у меня недостаток защиты от него. Тут против каждых классов есть своя защита. Вот против дальнего боя, против ближнего. Я дальний бой вообще игнорирую, то есть полностью. Я ничего не делаю против защиты от луков там или еще что-то. И выживаемости какой-то. С самого начала, когда я делал своего персонажа, я его... Ну, то есть знал, что у меня не будет с луками... Ну, то есть ничего, никаких шансов с луками. Мы проигрываем луков, но убиваем другие цели. Это дает возможность нам быть на шестом месте. Наверное, это. А может и нет. Ну, чувак, конечно, все правильно сделал. Ему повезло, что он нашел нас первый. Два раза. Что-то меня сегодня все находят в инвизе. Да-да. Здорово, Улитович! А в Челябинске хорошо, а на море у меня лучше. Не знаю, не сказал бы. Мне и у себя хорошо. Я вот сгорел, например, вчера. Может, рунка на обнаружение, но я сомневаюсь. Может, да просто повезло, я считаю. Просто повезло. Чего такого в этом нет? Сколько тебе платят, чтобы ты играл в это? Я сам для себя играю. Мне нравится Архейдж. Чё такого-то? Всем привет! Сегодня тут кукрыницы играть? Да. Шамокос. Шамокос. Блин, как правильно? Шамокос или Шамокос? Вот, куда ударение ставить? Да, сегодня кукрыниц, но вообще вы музыку ставите, ребят, заказывайте. Ты 100% подсел на этот наркотик, да. О, он же. Может, сейчас повезет больше. Давайте запомним. Джонас. Север Хаза. Очень хорошо он все нам сделал. А, Шамакас. Окей. Как бы... Убил нас, плевать вообще. Я сразу, против луков мы не бомбим, ребят. Тем более он одет лучше нас. Я не переживаю, если меня убивает лучник, лучше меня одет. Да и вообще лучше. А сейчас котов нельзя на арене вызывать. Сейчас вообще пэтов нельзя на арене вызывать. Они поняли, что такое эти... Ну вот, видите, как бы два скилла, я умираю. Здравствуйте снова, здрасте. Приятного вечера.
One, two, three, нет тебя. Ну блин, ну и что теперь? Я убил зато хранителя 13к. А шот, ваншот, это... Меня что ли? Да нет, тут без шансов. Все, тупо 2 скилла. Петарда оглушал каждый раз. Слишком что-то сильно, я вообще в ахере. Я просто в шоке. Ну, реально, чувак тащит прям сильно. Слишком сильно вообще. Такое я еще не встречал, ученику, прям 2 скилла. О, Екатериночка. Хорошего тебе вечера тоже. Приятно просто. Кстати, ребят, всех с праздником. Сегодня у нас день битвы за идеалы. Так, что я хотел найти? Собери яйца в кулак, иди на арену. Да я иду, ты что? У меня так-то все неплохо, мы на 6-м месте. Но сейчас, наверное, слетим ниже с такими-то боями. Попадаются, видите, одни лучники, а я против лучников никак. Я хочу найти на хаза этого лучника, Жакас. А, вот, Джонас. Он 4-й у себя на сервере. Ну, лук как у нас, в принципе. Да, дымажит люто вообще. Очень сильно. Ну, у него очень хорошо подобран персонаж, 5 частей. Идеальное, можно сказать, все. Эх, классно, классно. Ничего страшного. Блин, песни классные у Куприниксов. Ребят, как у вас дела? Как вы сегодня провели день? Чем занимались? Кто работал? Кто все еще работает? Кому на работу в ночь сегодня или что-то такое? Рассказывайте. Смотрели трейлер Киберпанк? Конечно, смотрели. Все смотрели. Киану Ривз видели, да, какой красавчик там вышел? Так, ну что, только он получается на арене, что ли? Мне вообще с ним не вариант драться. Ночной, на ночной сходим тогда. Блин, какой трек огонь вообще? А Варху стоит возвращаться? Я считаю, да. Ну, я вернулся 4 месяца назад и доволен полностью. Ха-ха, красавчик. Я заорал, полпляж на меня начали смотреть. Жесть. Что интересного появилось? Возможность собрать полностью шмот без донатов. Новые биржи без донатов. Вот порт Аргента, новый инстанс такой типа. Межсерверные инстантовые красный дракон, там всякие такие вещи. Вместо красного дракона появился черный дракон, усиленный для фракций. Его пока не убивают еще, по-моему. Так, а нам же вроде просто сдать ящик надо и все. Где мой кабриолет? Дринь-динь-динь. Дамы, садитесь в подвезло. У меня один сдан уже. Я в прошлый раз квест заруинил. Типа один пак сдал и такой, пока с вами разговаривал, убежал такой. Все.
всех мобов убили, такие, а чё квеста не идет, мне говорят. У тебя квест не идет, нормально. Я такой, точняк, второй пак-то не вбили. Да ладно, керсин. Чё там происходит? ДТП, ребят. Как он вообще перевернулся-то? Ту-ту-ру-рум, пам-пара-пам, пам-пам-пам. Пам-пара-пам. Драка за квесты в упаке. А чё, классно было бы. Было бы круто, если бы их было ограниченное количество, да? Вообще, представьте такое. Вот, видите, два из двух, все. Помню, едешь такой на тракторе. Пока один вбиваешь, тебя уже разгрузили. Масти, так сейчас так же, что нет-то? Не питая страсти, жизнь тебя проиграла стуже. И смертью ты не нужен. Какие классные песни. Что такое-то? Почему? Почему я не в рейде, блин? По коварке же данжики не хотите? И смерть во мне объявили мне. Будешь жить. Сейчас сделали уже автоматом пати можно брать. Да? Вот сейчас набор рейда как в Варкрафте появился. То есть. Да сейчас вообще комфортнее значительно уже. Сейчас даже смотрите, какая кнопка появилась. Смена оружия. Вы можете сюда забить, например, пушки двуручную. Одним нажатием вот вы забиндили у себя в настройках, типа. И вот я жму, у меня просто меняется оружие. Причем быстрый свап. И не надо там по две пушки одевать и так далее. Мне кажется, удобно. Но есть один минус. Сейчас, когда тебя милик законтролит или любой другой, щит одеть нельзя в контроле. Короче, свапать пушки в контроле теперь нельзя. Новый данж хотелось бы увидеть. Ты про порт Аргента, который вот этот. Я в нем уже был сегодня. Два раза даже. На него не так легко пати найти, потому что сейчас... Да там не данж, там просто площадка такая офигенная. И ты просто стоишь, и там появляются волны. Тебе 40 волн надо пройти, короче. Классно, вообще офигенно. Привет, расскажи про свою сборку. Уж очень спорная, на мой взгляд, мне говорят. Фокус Файр, а ты на стриме или нет? Между адом земным и раем, между теми, кто жил, кто снится, путать лица. Я так не могу жить, тени добить. А из кем From Tarkov играть будешь? Да нет, это же экшен, стрелялся, не хочу я. Кстати, нам надо придумать, что мы будем стримить-то, пока блоки нет. Да? Какую игру-то будем? Tales of Borderlands пройти надо, да, наверное? Ё-моё, блин! Вар у нас! Хера толпа налетела! Привет, Локолочка! Рад видеть тебя! А, будь добр, скажи, пожалуйста, будет ли ВА новый сервер? Хочется сказать, неизвестно это никому. Не, он такой толпу я не отобью. О, лол. Они меня могут поднуть? Нифига себе, они тут прилетели, конечно, нормально. Все, я не сделаю разлом. Кстати, нет, есть один вариантик, короче. Можно тупо вырваться и уйти в инвиз. Если не найдут, можно будет там постоять и сделать квест. Но это будет такая хрень. А, ну они выиграли, короче. Но нового сервера пока не предвидится, но опять же, разрабы не сказали 100%, что его не будет. То есть, возможно, будет, но не сейчас, как бы. Неизвестно. Короче, ладно, улетать надо отсюда. Не дадут мне здесь сделать квест. Опять я нифига не сделал. Как вовремя вар нам кинули, слушайте.
А что насчет Lost Ark? Мне не понравился Lost Ark. Диабло мобильная какая-то, тупо. Да не, нам кинули варак просто. Сейчас на аренку пойдем, 3 минуты. Что в итоге мы сделали? Апнули сегодня поезд Т4, ништяк вообще. А по завтрашнему дню думал, что кого? Ну блин, встретимся, там посмотрим. Я не знаю, что стримить-то утром, наверное, не буду. Короче, мне Lost Ark не понравился, да. Мне нравится сейчас Архея сильно, я играю уже 4 месяца, кайфую. Да, вот согласен, хайп подняли вокруг этого Lost Ark, а игра что-то не зашла. Кстати, можно на дракона сейчас сходить также, обязательно надо. Один раз в день там все-таки надо сходить. Лучше Пой, Иван. О, согласен, Пой офигенно, реально. Если бы я выбирал Lost Ark или Пой, я бы Пой выбрал, наверное. Ну да, утром завалишься, там посмотрим, что кого. Утром, наверное, не будет завтра стрима, ребят. Ну, говорю, встречать будем, там в 7 утра встретимся, там, ну, то есть, сами понимаете. Рубота арка не кончилась еще? А Рубетта? Почему кончилась? Давно уже с 1-0 в релизе Архейдж. А уже 5-0, даже 5.5 у нас стоит. Pass of Exile, типа Diablo 2-3. Только гораздо более проработанная, продуманная. А, ты про Lost Ark Рубетта? А, Lost Ark, типа. Просто Аркейдж некто арка называют. Foxfire, здорово, дружище. А что конкретно ты хочешь узнать-то про мою сборку вообще? Ну, спорная, она, конечно, спорная, потому что она чисто для меня делалась, как бы. Я хотел протестировать некоторые моменты. Мне хотелось узнать, типа, насколько пробой эффективен, и он, в принципе, оказался эффективен. А, сейчас расскажу, давай, ладно. На каче я делаю себе двуручку на крит, ну, как бы, сила крита, грава на крит и так далее. А, ну там хил хэви 14500, ладно. Я вовремя, тут топ-песенка. Северус, приветствую. Так, ладно, объясню про сборку, пока регаем на дракона сейчас. Почему полностью убрана сила крита? Потому что сейчас у всех, и с ростом ромянки, которая будет мифов у всех в итоге, вот это вот, будет очень сильная, большая, плюс в ботинках защита от крита. И я подумал, раз теперь с патча 5.0 урон от критического удара не может упасть ниже номинального 1.5, ну то есть от обычного. Раньше же ниже падал, то есть если бы я сделал в патче до 5.0, у меня бы критом бил бы 1, а обычным ударом 800, например. Ну это пример просто. После 5.0 критические удары перестали падать меньше чем 0, ну то есть меньше полуторного урона. Это дало возможность обдумать полностью отказ от крита и использование всех этих слотов для крита под другие нужды. То есть в данном случае у меня пробой и сноровку я использую. Можно пробой и, например, базу использовать, ну то есть силу атаки. Тоже, кстати, классно будет. Вот. Также из-за того, что у людей слишком много силы крита, они отрезают у тебя много шанса крита. То есть 10-12 тысяч силы крита режут у тебя примерно 30% шанса крита. Вот и считай. Если у тебя там на силу крита буст и шанс крита процентов 80, да,
то по цели с критом защиты от крита 10-12к у тебя будет шанс крита 50%. Следовательно, каждый второй удар у тебя будет не критом. А если у тебя удар не крит, то твои гравировки на крит не работают. Как бы. Ну вот. А пробой брони работает всегда. Ну, типа, я не рекомендую там брать тебе и все менять сразу на пробой там, и так далее. С пробоем сложно фармить. Как видишь, мне приходится двуручник иметь на фарм специально. Ну и так далее. Много нюансов. По поводу остальной сборки. В броне у меня полностью стоит защита от магии. Так как маги — это те ребята, которые хоть как тебя будут бить. Ну то есть отскок фаербол, хоть как ты этот дэмидж никак не заигноришь, от него не уклониться, от него ничего не сделать. То есть дэмидж, который всегда по тебе проходит. Поэтому я считаю, что от магов можно делать защиту в броне. Что же с миликами и лучниками, да? Так как мой любимый класс — следопыт, и я сразу знал, что буду играть следопытом. Или вивисектором, кстати, хочу вивисектором поиграть. Я знал, что я не буду побеждать других лучников. Ой, ё-моё, бать. Я на дракона хотел пойти. Если Амони не идет к дракону, дракон идет к Амони. Что за херня? Охеренно, да? Жестко, блин. Красавчики. Вот это архейч, ребят. Это не босс, это выращенный питомец клановой гильдии. То есть кланы крупные, владеющие замками, могут выращивать одну такую виверну. Клан-лидер может вырасти. Привет, Дарк. Ну вот, и, короче, дальше. Остаются милики и луки. В следопыте вивисекторе ты никак лучника не заберешь другого. Любые другие лучники, они тебя победят, так как перестрелка будет не в твою пользу. Ну то есть, битва лучников — это... Оба бурстят и стреляют друг в друга, как бы. Следопыта — туннель дэмидж, то есть он за промежуток времени мало, за короткий промежуток времени наносит мало дэмиджа, но он может долго бегать, как бы, и постепенно бить. То есть у каждого архетипа свой геймплей. Раз я выбрал следопыта, я понял, что усиливать и без того слабую сторону против лучников мне нет смысла. Поэтому против магов у меня все в броне на защиту, а против миликов у меня везде скорость бега. То есть в ботинках, в поясе, в наручах и в дудке у меня доп-стат скорость бега стоит, скорость передвижения. Из-за чего у меня база становится 8.1 без всего. Апгрейжу дальше шмотки, дудку, будет 8.3, 8.4. Еще апгрейжу боты, в них ставлю дополнительные гравы на бег. Вот и получается, что против миликов я типа использую кайт, бегаю, откидывалки, то есть следопыт это может делать. А против магов я просто защищен тем, что получаем мало урона от них. Ну а лучники меня типа вот так вот убивают, как Танос щелчка просто. Ну что поделать, против всех не получится катать. Ну и короче, результат как итог. С моей МГСом в 2К мне получается держать 10, ну, топ-20, топ-10 лучником быть. Хотя тут у всех 14К, 13, ну, шмот. Значительно выше, чем у меня. Короче, все, вот так. Если ты еще здесь и смог все это выслушать, я поздравляю тебя. Ты прошел краткий курс анатомии Арчера от Амони. Бам-бам. Давайте на дракона-то, я же хотел регнуться. Та-ра-та-ра-там. Я только на Твиче теперь стримлю просто. На, осталось диссертацию написать и защитить, да? Ребят, рассказывайте, как у вас дела сегодня? Лакот, ты чё, вечерком освободилась? Это что-то новенькое просто. Что-то новенькое. Приятненько. Фига у тебя щиты на груди. Конечно, качаемся. Каждое утро у нас разминка, планка, бывают отжимания, ну, через раз. Но сейчас вот я пока на планку больше упора делаю. Не, реально, без шуток. В 9.00 стримы начинаются, у нас разминочка. Музыку вы можете сами заказывать также. Восклицательный знак СР. И она добавится ботом. Восклицательный знак СР, ссылка с Ютуба, ее добавит в плейлист. А, что за... За что Каспера давать? Ни за что. Это купленный питомец.
Вода шикарная. А, так вы отдыхаете, купаетесь там, что ли? Нифига себе, все купаются где-то, а воды на YouTube будут воды. Слушай, слушайте, воды, они даже звучат как воды. Воды будут на YouTube? Нет, а на YouTube все блочится за счет музыки нашей чудесной. Из-за того, что мне плевать на рекламу, там я не монетизирую ролики, надеюсь только на вашу поддержку и остальное, то есть убираю всем рекламу, кого могу убрать. И на Ютубе все блочит из-за этого. Ну, то есть авторские права, там все дела. Блин. Вот из-за этого на Ютубе нет видео. Он забавный, хочу такого. Ой, можешь его купить на аукционе за голду. Гаспер. Вот он стоит 18 тысяч всего. А как когда-то он 40 стоил. Мания змей на вид прикольный, но по функционалу слабоват. Ты про кого говоришь? Какой мана змей? Есть еще вот такой суслик барсук. Его выдают сейчас всем. Если вы решили начать играть, обязательно. Вот вам сейчас идеально, реально. Это автолут можно будет с ним делать. Он тебя может, короче... котенка превратить, например. Но я в разных существ превращается. И ускоряет на короткое время. Короче, сейчас продается просто офигенная штука вот такая. Большая коллекция ярамийских диковин. Это вообще тема крутейшая. Там сразу вы топ-маунта берете, покупаете Фуксорию, которая вообще супер крутой. Он самый быстрый маунт в игре, короче. Его можно сейчас с этого предзаказа взять. Плюс там сразу дается в подарок вот эта вот фигня, которую я только что показал. Хомяк вот этот, суслик или как он там. У него суть в том, что в него можно вставлять вот такие вот шарики, кристаллы слепого жеребия. И автолут у вас будет, то есть вам не надо будет дроп собирать. Он сам поднимает дроп. Вот сейчас, смотрите, я убью моба. Все, он сам поднял дроп. Он. И все. То есть, раньше приходилось, вот когда я начинал сейчас, возвращался, мне его пришлось покупать за 20 тысяч такого гаспера. А сейчас он с предзаказом идет. Про Чернобыль еще пока не смотрел. Я «Черное зеркало» досматриваю сейчас. Пятый сезон начинали, по-моему. Или пятый сезон, вторую серию. А, или четвертый сезон, точнее, смотрим. Вот досмотрим сейчас «Черное зеркало», наверное, «Чернобыль» будем смотреть. Говорят, вообще топовый. Мне больше всего понравилось. На создателя «Чернобыля» наехали феминистки, короче, и все остальные сообщества, меньшинства и так далее. Типа, какого хрена там глава сообщества говорит, что у вас нету негров в сериале? Ну, негров, типа, темнокожих там всех вот этих других наций. Типа, вы что, совсем, что ли, офигели? И они отвечают, там, типа, а почему они тут вообще должны быть? Типа, нормально, да? Типа, и чё? А почему они тут должны быть, ребят? Скажите ко мне. Я вообще, вот это, ребят, нормальный ответ. Не то, что там все сейчас прогибаются, ставят нам непонятно кого. Да, опасненько. Согласен. Ну, в общем, они сказали, что в России в это время никогда не было темнокожих, афроамериканцев и так далее. Так что их не будет в сериале. Типа, идите изучайте историю, ребят. Молодцы, в общем. Реально молодцы. Блин, рейд не нашелся. Куда ты меня зовут? Поцелуй домой. Куда рейд? Они были по обмену. И АЗС тоже, они тут. Ага, даже так. Может быть потом наши. Поехавшие, да, со своими правами, точно. Не коснется больше зло. Мне страшно никогда. Я раненое сердце на рваной душе, и сломанная жизнь бесполезный сюжет.
Да блин, хочется на дракона уже зайти. Или что, на арену еще попробуем? Дракон, дракон что-то не находится. Сколько мы нафармили? 4 банки. Нормальненько. Ой, спасибо большое за хил. Ребят, смотрите, ну офигенно вообще. Сидишь и играешь, тебя еще подхилили вообще. Архиеч меняется в моих глазах. О, арена. Когда так не будет душе. Какие треки у него офигенные. Просто... Убийца 13к против нас. О, не убийца, стратег. Вот сейчас будет интересно, ребят. Вот про это я и говорил. Надеюсь, получится победить. Барабан. Ну, у брата понятно, мне тоже больше нравились. Скоро нет. Мне тоже Киш больше нравится. Но эти ребята тоже классные. Уходим в инвиз, чтобы настакать сразу жажду крови. Это наш потенциальный буст на 30% урона. Сразу даем на себя. Так, глухая оборона, можно побегать, вообще не парень. Смысла бить меня вообще нет. Замедляем максимум. Я не смогу его выиграть. К сожалению. Уходим опять в инвиз. Опять бурст. Копим 10 стаков. Хорошо, что я ему кинул петарду. Это дало возможность мне... дать сало ему и не получить фир. Его еще не успели откатиться пока скиллы. Есть! 13к! Блин, огонь! А, у него... это был закрытый город. Тот вырос, ну вот, видите, разные данные. Сейчас, Опять открыта дверь, все как-то ты за ней. А я сижу как зверь, гадаю на друзей. Я расставляю... Сейчас вообще хорошо получилось, скажите. Сейчас, Астрочка, сейчас поприветствую всех. Ну, супер битва. Ты не представляешь, какая битва. Местно. Ребят, всем добрый вечер! Вы на канале Хардкор Таверн! С вами трактирщик Амони, приятного вечера! Давайте знакомиться, если вы впервые на канале. Алика, звездочка ты наш! Спасибо тебе большое за рейд! Кстати, ребят, вы тоже смотрите Лику, приходите. Потрясающая женщина. Вот, всех с праздником! Сегодня у нас день битвы за идеалы. Вот такое красивое название дня. Начнется с двух мужчин. Кто бы спросил, я не стану. Про что? Как там музыку заказывать? Восклицательный знак SR и пробел, ссылка с Ютуба. Все, музыка добавляется в плейлист. Играет нам потом вот так вот на фоне. Если вы хотите вне очереди и поддержать заодно таверну, вы можете с донатом заказать музыку, там прикрепить медиафайл, будет такая строечка. Это будет вне очереди с клипом играть. Ой. Это Павел Пламенев, что ли?
ее. Вот, давайте, давайте, накидывайте музычку, ребят. Кстати, играем мы сегодня в Arch, как часто, в принципе, в нее играем. Это MMORPG. Одна из относительно новых. Ну, 5 лет ей это относительно новая. Сейчас очень мало новых игр таких, жанра такого. Мне нравится Пламенев. Godspeed You. Это был не этот третий. Я бы не знал, что в Архейче еще кто-то играет. А, если бы не этот третий, я бы не знал, что кто-то еще играет. Да играет нормально народу. Ты что, сейчас обновы вышли шикарные. Сейчас в Архейче дофига народу вернулось. Давай тоже возвращайся. Ё-моё. Сейчас меня убьют, сейчас, мне кажется. А, ну у нас перемирие, да пофигу. Мы приходим на землю одни. И одни превращаемся в пепел. Но я рад, что на этом... Все, погнали еще на арену. Архейч сильно поменялась, очень сильно. Я люблю так сильно. Мы, правда, уже тоже заканчиваем сейчас, через 10 минут. И пускай на земле тебя нет. Мы увидимся. Я это продлевать будете? Лика, как у тебя дела? Рассказывай давай. Как Питер? Ты уже там своя? Наверное, уже все знаешь, но... Я вот вообще из дома не ухожу. Я даже свой город-то не знаю толком. Я... Вот завтра ко мне приедет, кстати, подписчик. И мы будем играть в настольную игру, кстати, у меня. Возможно, будет прямой эфир. Ну, стрим, возможно, будет, ИРЛ. Будем играть в игру настолку. Называется «Таверна Красный Дракон». Вот это будет офигенно. Ой, ну нафиг надо. Какие нахер охотники? Не надо охотников. Против луков вообще не убиваем никак. Ух ты. Мадемуазель Туэми. Здрасте. Туэми, приветствую. Я выучил два маршрута по Челябинску. Больше не знаю. Так, сейчас нас будут убивать, как бы. У нас нету ни малейшего шанса против охотника, еще из-за бафа, но... Чего он бегает быстрее меня, не понял. Еще и хилки, да, он просто... Ну, короче, вы видите, да, там дэмиджа вообще нет, а меня убивает. Па-пам, па-пам, па-ра-пам. К сожалению, мы не можем против луков. У нас билд другой. И отсыпалась после первой конференции E3, заря. Ну, ты хотя бы посмотрела их, а я только ролики смотрю, повторы. Ну и как тебе Киану Ривз? Как тебе Киберпанк? Сегодня, наверное, все уже обсуждали эту тему, да? Манит нас по нему пройти. И растает в конце. Я знаю, 256 маршрутов по Москве. Ну вот с кем по ним гулять, КС? Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать на край. Последний западни. Я научу с тобой играть. Не, ну против лучников нам нечего ловить вообще, к сожалению. Когда замыслы у небес открывают свой занавес. Я и ролики посмотреть не могу. С моей службы не до E3. А, по-моему, там кроме Киберпанка пока ничего интересного не было. А, ну и, я не знаю, на E3 показывали Baldur's Gate 3, да? Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край. Блин, какой трек классный, а. Алло, алло, чё? Чё случилось? А, да, точно. Блин, как я забыл про эту игру. Это топ, это вообще самая моя ожидаемая игра, наверное. Я не знаю, что там, но я стопудово её жду вообще. Да-да, как я мог забыть-то про неё? Войд против нас. 13900. Хранитель 13900. Вы что, рехнули, что ли, ребят? 13900?
Киберпанк был бы фигня, если Микиал. Ну хз, он так классный. Добро пожаловать на край. Холодных скучных дней я научу тебя играть. Фантазии твоей. Добро пожаловать на край. Последней западни я научу с тобой играть. Лишь руку протяни. Блин, какие треки классные. Ребят, как у вас дела? Все, кто пришел, давайте знакомиться, если вы впервые у нас. Откуда вы? Какие вы игры играете? Что вам больше всего нравится? Как у вас настроение сегодня? Во что вы играли у Лики? У Злики? Ой, как неожиданно, он сразу заюзал. Пам-пам. Ну, это мне, кстати, идет даже. Авиатор Боинг, приветствую. Ой, какой трек! Да ладно, вы вообще, вы видите, что происходит, а? Еще не рожден, то мог бы его сломать. Ребят, вы видите, нет, это 13900 хранитель. 13900, блин. Охереть просто, надо ролик снимать, это жесть просто какая-то. Я вообще, что происходит такое? Это что? Давай. Новые миры. Ха-ха! Я успел. Я знал, что так и будет. Херушки тебе. Какого, говорит, а вот такого? Кулак. Он будет через отскок только играть. Метка есть? Ту-ду-ду-ду-дум. Лол, опять нам удалось сделать чудо. 4 секунды до проворства. Целый номер. Судьба игра, чтобы жить и знать, что русский не побежден, еще не рожден, кто мог бы его сломать. Вот бегун Игорь. Четырнадцатька, храмовник, 12к лук. Вы вообще рассказывайте, короче, следопыт, пробой. Привет. Это жесть, это вообще жесть. Это просто жесть. Но это что-то плохо либо сыграл хранитель, либо это что-то вообще несусветное происходит. Спасибо, я не знаю, слышит ты меня или нет. Это что-то необычное. Ож, какая музыка-то великолепно играет. Это из Херастона, что ли, или откуда? А, нет, это... Пламенев тоже, да? Это только соло у него есть такие, да, на канале, я видел. Надо, кстати, тоже... Блин, может реально выучить у него какие-нибудь соло? Почему бы и нет? Реально, надо бы что-нибудь у него выучить, прикольно было бы.
Две аренки нам осталось, и будем заканчивать. Научите играть. Играть — это фигня, легко научиться играть. Вот петь под нее, вот это сложно. Я играть-то научился, а вот петь не могу. Можно что-нибудь, кстати, сыграть после стрима. Сейчас мы уже две арены отходим, и это заканчиваем. Если продления не будет у нас. Блин, ну это, конечно, вообще жесть. Я не понимаю, как мы победили, почему дэмидж вообще проходил. Ну, у человека, наверное, так же, как у меня, против луков ничего нету. Блин, тут мы уже, к сожалению, никак не сможем. Пятое место нам не покорится никак. Слишком большая разница. Можем победить. Чародеи очень сильные. Чародеи очень сильные. Они могут тебя просто забрать за один прокаст. Буквально, реально, один прокаст. Одна ошибка — ты умираешь. Это бурстовый маг, то есть, который за минимальное количество времени наносит максимальный дэмидж. Хорошая кружечка, не то слово. Смотри, лучники нарисованы. Вон сразу бурст, мелодия. Сейчас я его на обратке, как бы, в капкан поймал, повернуть камеры не мог, я его расстрелял в спину без уклона. А так, видали, да, дэмидж какой? Ха, лук 14к попался, я только 14к хранителем дрался. Хранителя еще можно убить, а вот... Лука я точно тоже не убил бы. Кто ж такую хочу? Ты можешь доказать, Северус. Я могу тебе ссылку скинуть, где я заказывал. Значит, 800 рублей плюс доставка, ну, 1500, может, выйдет вместе. Но надо иметь в виду, что с глиняной посудой нужно обращаться специально. ВКонтакте напиши мне. В ПМ. А, пауки атакуют. Твой кошмар наяву. Треки сегодня шикарно играют вообще. Музыка — это то, что создает наше настроение. Поищи дракона. Того, который здесь пролетал, что ли? Не, он меня убьет. Слишком одетые, ребят, хорошо. Нам последнюю арену отходить, а потом, может, на гитарке что-нибудь сыграем. Вот когда он не нужен, он постоянно рядом с тобой резается. Вообще непонятно, как так. Ой-ой.
барабан. Последняя арена. Так, так, так. О, вот это интересно будет. Милишник, бурстовый милишник тоже, который... Ну, короче, если вот вы видите ветка там воодушевление, это значит человек, который наносит максимальный дэмидж за короткое время. То есть там воодушевление ветка. Дает ликование, сон такой, песня. Это типа барды с такой веткой играли раньше. Сейчас это сделали бурст ветки. Ну, типа воодушевление. Ну, ждем, пока у него все спадет, он тут весь пляшет, бегает, не знаю. Наша задача отыграть так, чтобы максимально, минимальное время у него осталось всех бафов. Прям все уже сделал. Как бессонница, час ночной меняет нелюбимая. Ох, яд-то сработал, а! Яд, слушайте, покороляет. Вот сейчас он бы ушел в инвиз и все. Но мы его отравили. Покажу! Нет времени объяснять, но сейчас для стримера. Ты красавчик, сказал все как... Ребят, нет времени объяснять. Кружки в чат! Рома остается с нами. Спасибо большое. Да, ребят, давайте сабайтесь. Если вы хотите как-то поддержать канал, развитие нашей таверны, рассказывайте везде о ней. Сабайтесь, спамьте наши смайлики как можно чаще и больше. И это самая лучшая поддержка, которую вы можете оказать. Это даже лучший донат в какой-то, в каком-то степени. Лящему колдуну. Пусть нашу таверну знают все, наши смайлы фирменные и все. Вот так. И всем становится интересно, а что такое? Что за постоянный спам этих смайлов? Кто это такой вообще? И будут заходить смотреть нам. Вот так вот. Страшно снег. Так, а все, мы арену-то отходили. Опасно мне. Так, ладно, что делать-то? Арена кончились. Сражались мы отлично. Победили всех, кроме лучников. Ну, кстати, вот он, закономерность, да? Привет, Инферно, здравствуй. Победили всех, кроме лучников, реально. То есть проиграли только луком сегодня. Убили вообще даже 14к. Даже 14к хранителя убили, это жесть. Typical Pirate, здравствуй. Ты как пират. Ну ладно, давайте буду реально закругляться. Но если дракона сейчас найду, вот прям резко регаю дракона, смотрите. А, все, дракона нету, лол. Все, дракона-то нет. Че бы сыграть тогда на гитарке? Как думаете? Ух ты, битва за Дакшир. Подождите-ка. Погодите. Что за... Кладбище, кладбище. Кладбище, кладбище. Спряталось у леса. Вся. Спит, уснул. У меня такой голос медовый, да? Юная принцесса. Я смотрю из завитвей. На ее могилу. Позвоню в могилу. Суперфункция. Суперфункцию добавили там в предыдущих патчах. Минимальная детализация. То есть вы можете играть спокойно, а на масс-замесы вы просто юзаете минимальную детализацию и у вас минимум лагов. Очень классно.
И все в одинаковых доспехах, и вы не паритесь, типа толпа когда. Это очень удобно на осанах, на всяких и так далее. А у меня два книжица. Надо бы в пати с тобой быть. Ром, как у тебя дела? С праздником тебя, с днем битвы за идеалы. Да. Я уверен, что каждый из нас хоть раз в жизни да сражался за свои идеалы. Неважно, в споре, в битве, в драке. По-любому отстаивали свои идеалы все. Мы сегодня тоже свои идеалы отстаивали. Я не могу напечатать чертов смайл. Не знаю, не знаю. Что не так с Капопрайдом? Блин, ну сегодня вообще классный день, ребят, реально. Пробудили поезд в Т4, офигенно. Теперь есть смысл фармить снова эти СНки. Буду качать его до третьей эпохи, пробуждать одновременно с этим вторую шмотку. А вон, делает хорошо, после командировки никак работу не отпустит. Работает такое, это на самом деле хорошо. Когда человек не работает, у него со временем наступает, мне кажется, чувство такое потерянности, что ли. Ничего не хоть, не желание, то есть какой-то апатия или что-то такое. Занятость — это процесс очень хороший для личности. Душу надо брать в упор на противофазе в мире. О, так ты с нами, наверное? До сих пор. Не знаю. Нету связи. Нету связи. Нету связи. Че, выкинуло что ли? Лол. А, и игру выкинуло. Все, короче, это судьба, ребят. Нету связи. Все, нет связи. И песня закончилась, и все. Так, что попробую сыграть-то такое? Нету связи. Ладно, все, музычку заканчиваем. Ребят, всем огромное спасибо, кто у нас был сегодня на стриме. Надеюсь, вы отлично провели вечерочек вместе с нами. С нашей компанией, с нашей таверной. До новых встреч. Вступайте в группу ВКонтакте, обязательно следите за расписанием, анонсом и так далее. А сейчас я буду играть песню, петь, поэтому я попрощался со всеми. Возможно, мы больше не увидимся, так как вы услышите, как я пою, и скажете, ну нахер, где тут дьявола изгоняют? Вот. И это как-то так будет. Вот. Поэтому я заранее попрощался. Если вы не хотите слушать, как люди учатся петь, а не профессионально поют, тогда лучше типа сейчас прям уходить. Вот такие дела. Ну или можете задонатить мне до хера денег, короче, и посидеть в отличной атмосфере, если они у вас есть, конечно. Так, попробую сыграть песню. Кукрыниксы, солдатская печаль. Надеюсь, получится. Шел солдат... Нет, как она? Шел солдат с войны, шел к себе домой. От семи смертей убежал живой. Нес. Подожди, вроде так, да, играется? Шел солдат. Как она? Еще попробую сейчас. Шел солдат с войны, шел к себе домой. От семи смертей убежал живой. Нес семье гостинцы в рюкзаке потертом. У околицы встретился сосед. Обнял и сказал, дома больше нет. Мать, отца, сестру не вернуть из мертвых. И в этот светлый день он сошел с ума и молчал два дня и две ночи. И лишь на третий день ушел, взяв автомат. Понял тот солдат, чего хочет. Пересек границу, пришел в страну, с кем совсем недавно вели войну. Голод, стервятники, снег да кочки, стал искать деревню подходящую.
между реку леса лежащую, с домом, где живут мать, отец и дочка. И в этот светлый день он сошел с ума и молчал два дня и две ночи. И лишь на третий день ушел, взяв автомат, понял тот солдат, чего хочет. Вот я пришел поквитаться бы, я для вас такой же хочу судьбы. Станете вы платой за гибель близких, и в глаза глядят, и молчат в ответ. Девушка, старуха и безногий дед, и на бедной скатерти пустая миска, и молча сев, и молча сев на стул, он сошел с ума, развязал рюкзак и... Блин, короче, голос вообще после стримов вечером вообще стрёмно петь. Когда ты утром стримишь, днем говоришь, вечером еще потом стримишь. Давайте я его забаню. Кого? А что такое-то? Давай лесника. Да блин, слышите, голос вообще не могу настроить. Ладно, попробуем лесника. Лесник, лесник, ты где? Так. Сейчас найдем, не переживайте. Don't worry, be happy. А вот король шут. Сейчас попробуем. А что такое-то? Пусть... Ну, заруинил, и что теперь? Это такой частом и сложность постройки пирамиды, что постоянно руинит. Это же в этом и прикол. Лесник, говоришь, да? Йо-хо-хо, и бутылка рома! За саппорт, здравствуй. Так, испортить песню лесника у нас 100 рублей стоит. Замученный дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня пустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Будь как дома путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Блин, а что так медленно проигрывает сейчас? Так. На улице темнело, сидел я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. И волки среди ночи завыли под окном, старик заулыбался и вдруг покинул дом, но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Как дома путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. Гуд, Амонь говорит, не спеши. Написал, как будто я читаю чат, как бы пою. Ну, я видел, как бы, в принципе. Мужики и пиво. За столом сидели. Я уже не помню, что это за песня вообще. Ну, попробуй, что ли. За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих
гостей. Все расхваливали ужин. Так, подождите. За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей. Все расхваливали ужин. И хозяин весел был. А жене... Так, о жене своей все время говорил. Так, что-то так, да, как-то? Вроде. А можно мне омоть так на каждый фарм? А какой? Включай, что ли? Ели мясо мужики, пивом запивали. О чем коню говорил, они не понимали. Блин, нет, аккорд чуть не подходит. Они... Или подходит? Они не понимали. Я узнал недавно, все вы, как ни странно, коню хриплым голосом проговорил. С моей бабою встречались в тайне от меня, и поэтому всех вас собрал сегодня я. Блин, не получается вообще кричать уже. Я не знаю, как она играется, короче, за столом. Ну как, за столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей. Все расхваливали ужин, и хозяин весел был. О жене своей все время говорил. Ели мясо мужики, пивом запивали. О чем конюх говорил, они не понимали. Я узнал недавно, все вы, как ни странно, коню хриплым голосом проговорил. С моей бабою встречались в тайне от меня, и поэтому всех вас собрал сегодня я. Ой, блин, жесть. Покайфовали, короче, ладно. Да фаново. Ой, блин. Надо орать прям. Я не могу, у меня вообще уже горло село. Я даже проорать не могу, прикиньте. Или это у меня блок такой, чтобы дома не орать. Ну, тоже такое бывает. Блин, что за фигня. Я пою нормально. Ладно, друзья, всем пока. Надеюсь увидеть вас когда-нибудь еще. Увидимся. Анчан, мы уже закончили, так что сорян. Давай еще, осталась одна КВ выромка. Никак уже, все, мы и так сидим дольше на полчаса почти. Вы продлевать не хотите, значит все, хана. Хана стрим, все, ушел. Буду скучать по вам. Бай-бай. Вот, включу вам на прощание вот эту песню. От Ту Эмил, кстати. Увидимся, друзья. Вы лучшие.